Губернатор региона Анатолий Лис, открывая встречу с представителями Пакистана, отметил, что очень рад визиту межправительственной комиссии на Брещину. Руководитель области подчеркнул, в последнее время деловые и дружеские белорусско-пакистанские отношения вышли на новый уровень. Однако, стоит признать, еще недостаточные, исходя из имеющегося потенциала. Конечно, жалко, что взаимная торговля между Брестским регионом и Исламской республикой Пакистан недостаточно развита. Мы это признаем. Однако я уверен, что у нас есть хороший задел для исправления ситуации. Хотел бы заверить вас о том, что Брестская область заинтересована в развитии долгосрочных взаимовыгодных контрактов. Мы готовы к открытому диалогу. В настоящее время товарооборот между Белоруссией и Пакистаном составляет порядка 30 миллионов долларов США, из них 23 миллиона – экспорт. Участники встречи обсудили направление развития на перспективу, в числе сфер и отраслей, которые могут быть обоюдовыгодными, перерабатывающая и текстильная промышленность, машиностроение, фармацевтика и сельское хозяйство. Перспективы сотрудничества действительно огромные. Мы хотим сделать так, чтобы Беларусь и Пакистан стали ближе друг к другу. Для этого создаем основу договоренности, а также меморандум о взаимопонимании. Все это поможет наладить диалог бизнеса, выведет его на новый уровень.